От инъекционных растворов до глазных капель. В аптеке 8-й городской больницы уже на протяжении 50 лет изготавливают лекарства. Сейчас здесь работает около 10 специалистов – фармацевт и провизоры. От последних зависит качество лекарства, а значит и во многом результат лечения. Если получится неправильный раствор, да, например, неправильная концентрация или неправильный вообще порошок будет в этом растворе, то есть вообще не тот препарат, что мы отпустим в отделение, что из этого получится. Потребность в своих медикаментах сегодня высокая. Одна из причин – перебой с поставками импортных лекарств. Сейчас только одного форцелина здесь изготавливают порядка 4000 флаконов в месяц. А вот ассортимент препаратов все же сократился. Когда я пришла, ассортимент был больше, порядка 80 у нас было наименований. Но сейчас количество, конечно, сократилось. А изготавливали все и для больницы, и профилактории было у завода «Трансмаш», и для поликлиники завода. Сотрудники аптеки каждый год обеспечивают медикаментами около 20 тысяч пациентов в больнице, благодаря чему серьезно экономят бюджет Минздрава. Закупки уже готовых лекарств обошлись бы на 30% дороже. На сегодняшний день трудно вообще все анализировать. Если раньше мы считали это и применяли, то теперь самое главное это обеспечить. Насколько это дешевле, если вообще, например, по контракту не поставляется лекарство, то мы его готовим, независимо от того, сколько это будет стоить. Хотя это всегда дешевле. Сразу после их изготовления лекарства поставляют в отделение больницы. И врачи всегда обеспечены всем необходимым для лечения пациентов. София Ценко, Андрей Печоркин. День с толком.